Сочи 6 общеобразовательных школ с коррекционными классами. В них обучаются дети с особенностями здоровья. Диагнозы не разглашаются, но ясно одно – к этим детям необходим индивидуальный подход, в том числе и в обучении. Практические семинары в коррекционной школе-интернате номер 2 помогают педагогам-психологам средних общеобразовательных школ набираться опыта работы с учениками, которые отличаются от своих сверстников. Учителя этого образовательного учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья имеют специальное дефектологическое образование. Они знакомят коллег с методами работы, делятся своим богатым опытом, приемами и формами работы в обучении особенных детей. Акцент на инклюзивное образование. Это включение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в общеобразовательный процесс. Школа для всех, чтобы дети могли учиться с нормативными сверстниками. Такое образование дает возможность одним быть толерантными, другим включенными и социализированными. Для работы с учениками, испытывающими трудности в обучении, помимо колоссального терпения, необходим высочайший профессионализм, отмечают сами учителя. Донести материал, который необходимо усвоить ребенку, каждому ребенку, это самая важная часть урока. И учитывая особенности здоровья ребенка, индивидуальный подход помогает подойти и усвоить материал каждому ребенку. Основной предмет деятельности школы-интерната – создание условий, максимально приближенных к домашним. Это способствует психологической реабилитации. В ближайшее время интернат станет ресурсным центром для всех общеобразовательных школ города.